Полное описание и точная дата выхода пятой серии нового российского сериала «Старые кадры». Пятая серия сериала выйдет на телеканале НТВ 7 октября. Пятая серия. Дело о протестах. 20 лет назад был убит лидер экологов, протестующих против ввоза в Россию ядерных отходов. Преступника так и не нашли. Недавно друг убитого и его соратник по протестам был признан виновным в убийстве человека и помещен в психушку. Убил сейчас, значит, мог убить и тогда. Хотя друзья эколога убеждены, что 20 лет назад не обошлось без спецслужб. Взявшись за расследование, ОВНП обнаруживает, что в этом деле не одна тайна, а гораздо больше. Шестая серия. Дело о трех исчезнувших девушках. Дело о пропавшей много лет назад Дине и ее сыне особенно важно для Бориса Лейна. Когда-то он работал по этому делу, но не отнесся к нему с должным вниманием. Он думал, что молодая женщина просто сбежала от надоевшего мужа. Но недавно была обнаружена сумка пропавшей, а на ней пятна крови. Начав расследование, старые кадры выясняют, что в то же время пропали еще две женщины. Похоже на действия серийного убийцы, который, возможно, до сих пор на свободе. Напомним, пятая серия сериала «Старые кадры» выйдет на телеканале НТВ 7 октября. Нравится сериал? И ждете выхода новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.